Вот, уже. Уже ничего, размерчик. На самом деле у меня не было поклевок продолжительное время. А Максим ловил. И я подсмотрел за ним. Оказывается, он крутит катушку почти вдвое быстрее, чем я. Стоило увеличить скорость подмотки, скорость проводки, и уже сразу поклевка. Макс, не берешь? Не. Ну как, пожарить, засолить. Почистишь, пожарю. Нет, чистить мы не будем. Да, окунь, конечно, не самая лучшая рыба для чистки.